специальных теоретических новой информации. Отмечено, что в диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и источник заимствования. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте Самарского университета. Комиссии сделан вывод, что рассматриваемая работа представляет собой законченную научно-квалификационную работу, соответствует критериям, установленным положением, а к рассуждению ученых степеней предъявляемых кандидатской диссертации. Эксперты комиссии подготовлены проект включения диссертационного совета. Приводятся дополнительные сведения. Царев Александр Александрович, 91 год рождения. В период подготовки диссертации 2014 по 2018 год обучался в очной аспирантуре Самарского университета по направлению подготовки информатики в учительной технике. В настоящее время работает в Павловской должности руководителя разработки. Имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных по 4 публикации в материалах конференции, индексируемых в базах «Фокус» и «Web of Science», 8 публикаций в материалах международных научно-практических конференций, одно свидетельство о государственной аттестации программы. Представленные документы и материалы соответствуют установленным требованиям. Спасибо. Данных о повторяемости
появление преимуществ и недостатков и путей совершенствования. Анализ реальной мобильности и скорости методистики для модели необходимости модели справа. Построить модель и требования указания количества активных точек и локаций предпринимательных маршрутов и провести имитационные эксперименты по моделированию перемещений с помощью разных моделей мобильности. В качестве сравнительной характеристики используют другие фотографии двумя точками и время между взаимодействием точек. Провести статистический анализ мобильности с точки зрения изменений периодических маршрутов. Ввести характеристику скорости маршрутов, показывающую здесь постоянно. Построить модель, имитационную модель маршрута, позволяющую учитывать эту скорость. Применить гибридную модель, задача оптимизации макетов сети терпимых содержимых и реализовать на электрическом уровне ряд популярных таковых оптимизаций, чтобы провести экспериментальную оценку вероятности доставки макета как важнейших характеристик, передачи информации в подобных сетях. При использовании модели мобильности гибридной, спау и при соответственном поле. На слайде представлена научная новизна, которую я кратко озвучу. Разработана мат-модель создания гибридной элементной мобильности, сочетающая в себе черты цвета недели и спау, но требующая вещества параметра. Так как не требует задания количества точек на локации. Предложен способ использования гибридной для получения параметров необходимых модели спау, которые при отсутствии реальных перемещений позволяют увидеть число ситуаций, применимых в последствии. Предложены количественные характеристики примерной сложности маршрута, позволяющие индикатор консистентности и методики расчета по данным предотвратимых перемещений. С помощью разработанной программы индикаторного моделирования, включающей базовую часть моделирования мобильности, задачи и проблемы ориентированного для решения задач оптимизации, продемонстрируем на уровне алгоритма, что простые протоколы оптимизации по вероятности не выступают более сложным универсальным такого уровня, прежде всего, выдержки. Последнее десятилетие был предложен новый тип модели слава-таболов, способный одновременно воспроизводить ряд важных характеристик. Постеризация путевых точек, распределение длин перемещений, распределение времени остановки, самоподобный характер расположения точек внутри локации. Также данные модели довольно точно воспроизводят время между взаимодействующих точек, интерконтакт-тайм. Основной принцип работы – распределение заданных числа точек внутри локации и дальнейший обход точек по алгоритму LAMP, при котором очередной пункт назначения выбирается согласно данной формуле соответствующим параметрам для точек и локаций. На слайде представлены путевые точки реальных перемещений и точки, сгенерированные моделью слова. Видна кластеризация. Воспроизводимость технологии показана далее. Нами предложена гибридная модель, сочетающая в себе особенности модели Леви и Слава, но требующая вещества этих параметров. Она называется гибридной, так как заключает в себе применение двух указанных моделей с добавлением улучшающих гибридов. Основные моменты. Обход локации основан на упомянутом алгоритме LAMP. Движение внутри локации – это мобильность Леви. Она характеризуется тремя случайными величинами. Направление прыжка, угол длина и пауза в конце характеризуются тренингами соответствующим параметрам. Также введены улучшающие риски, направленные на сохранение текущей локации.
видно, что стал на реальных данных, ближе всего моделирует данные характеристики. Однако мы рассматриваем ситуацию, когда реальных перемещений в произвольной области нет. И доступные в этом случае результаты славы данных подпивидной модели оказывают приемлемую близость к результатам славы, и также можно видеть улучшение при использовании относительно чистой гривны. Рассмотрим самоподобие распорта путевых точек по территории. Его можно оценить в зависимости от дисперсии точек от масштаба рассматриваемой области. На слайде представлены дисперсии точек и территории в зависимости от числа сегментов с разделением исходной области. Территория делится на 4 части, считается выборочная дисперсия в зависимости от выборочной дисперсии 4 частей. Далее каждый сегмент делится еще на 4 части и считается дисперсия из 16 частей, которая составляет количество точек на каждом сегменте. Итак, для 5 уровней. На первом рисунке видно, что на первых 4 уровнях дисперсия модели уже возникает данных. Нас интересует красный график совместно использованный с лав и прима. Показывает близкие результаты к результатам слав на реальных данных. И гибридная модель подает аналогичные встречи с самоподобием. Также представлен характер текста, который свидетельствует о наличии самоподобия у реальных и модельных данных, так как находится в диапазоне 30 до 1. Они представлены или прямые полезные встречи квадратов. Теперь представим результат моделирования interconflict time, время между взаимодействием. Видно, что слава реальных данных ближе описывает данных характеристик. Однако, в ситуации, когда этих самых реальных данных на территории нет, нам доступны результаты от совместного использования слав и видной модели, которые показывают аналогичные близости к результатам слав на реальных данных. Таким образом, получаем, что не имея реальных перемещений, можно использовать гибридную модель, получить первое приближение, на его основе запустить более точную модель слав, заплатив за это неким улучшением качества моделирования только гибридных перемещений. Человеческие перемещения характеризуются примерно постоянством маршрута, отражающим некое скорость повседневной деятельности. Данная черта может иметь важное значение для конкретной прикладной задачи. Поэтому возникает задача разумным образом экстраполировать мобиль за пределы того интервала времени, за который имеется реальное перемещение. Также возникает задача количественно описать примерную скорость маршрута для характеристики, которую мы используем в термин персистентности. Персистентность перемещений следовала с полданным ежедневных перемещений сотрудников студентов данного колледжа, собиравшихся в течение двух. Они вычисляют коэффициенты персистентности и параметры модели, необходимые для алгоритмов генерации маршрутов. На данном слайде представлены определения, необходимые для описания коэффициентов персистентности. На слайде представлены результаты моделирования маршрутов, по которым проводилось вычисление коэффициентов персистентности и сравнение с реальными данными. Также представлена размерность маршрута. Это уникальное число локаций маршрута. Видно, что алгоритм дает приемлемую оценку для маршрута, если реальный коэффициент персистентности велик. Если же мал, алгоритм может давать завышенную оценку. Но так как большинство перемещений характеризуется особенным обстоятельством, высоким коэффициентом персистентности, данные достаточно. Этот алгоритм совмещен с гибридной моделью для получения модели на мобильности для многодневных промежутков времени. Рассмотрим применение гибридной модели задачи маршрутизации пакетов в сети терпимых одежды.
человек передает данные транзитному узлу, который чаще видит нужное значение. Поэтому протокол, использующий два указана, применены порог переключения. Протокол Гроббит основан на вероятности автоматизации станции ПД. Оценивается вероятность доставки воды. На слайде представлены оценки вероятности доставки пакета при моделировании указанных моделей мобильности на протяжении 12 моделей дней при работе в вариантах протокола конфигурации. Первая таблица представлена вероятности при ежедневной генерации маршрутов данных по данному алгоритму. Видно, что гибридная модель и совместное использование слабо гибридной дают более приближенные результаты к реальным размещениям между слабыми реальными данными. Во второй таблице представлены вероятности доставки пакета для повторения первого маршрута. Видно, что простые протоколы маршрутизации, учитывающие высокую консистентность по вероятности доставки, превосходят более сложные универсальные порты в режиме без публикации пакета. На данном слайде представлены положительные результаты работы массивной защиты, которые отрабатывают. Предложенные гибридные модели, сочетающие в себе черты модели блуждания медиа, не требуют задания количества путевых точек в локациях и сравнимых посылок в качестве моделирования переходящих моделей. Гибридный может быть использован при включении параметров, необходимых моделей слава, количество путевых точек. Запуск слава при отпуске реальных данных в этом случае становится возможным. И при этом относительно искового процента ICC уменьшает до 66% от искового гибридной модели, а при наличии реальных данных возможно уменьшение до 31% искового ICC по отношению к оценке славной реальных данных. Введенные меры обстоятельств ежедневных маршрутов позволяют учитывать эти обстоятельства при моделировании мощности. В имитационном моделировании алгоритма маршрутизации мобильных сетях тренировочных задержек экспериментально демонстрируют, что простые протоколы, учитывающие высокую консистентность, по вероятности доставки не покупают более сложных универсальных протоколов кода, причем без публикации пакета, иногда превосходит его до 70%. На данном слайде представлена информация о работе. У меня все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Знаете, вот модель левая и модель классическая, двухдальний диаметр матроса, как они сами. Вот говорят, удовлетворение вокруг. Ну, характеризовал, что пьяный матрос будет перемещаться по модели левая, так как можно описать эту модель, потому что она претендует к модулю большим количеством мелких перемещений и возникающими редкими длинными перемещениями. Ну, это значит, что просто более благозвучное название, что ли, да, этой модели, как я порядка говорю. В общем, да. Правда, модель Левия чистая, она не учитывает какие-либо другие контексты ограничения территории, если матрос есть корабль. Нет, там не корабль, там не будут товары спускать. Это точка старта, которая вот идет и какое-то время сохраняет направление, а потом как бы невольно куда-то там уносит. Ну и скорость движения постоянная. Понятно. И вот такой вопрос. Вы знаете, я не помню. А вот распределение выборов. Вы не понимаете, как вы смотрели? Явно они
есть. И тут, и на это. Типа отдельным образом нет, но судя по реальной территории, если вы говорите по выборам, или... Ну, а чего отдачи? Отпачкованных кластеров точек. Это группы точек образовывающихся в местах каких-то аттракционов. То есть на данных каких-то данных точки с парка. Это важный минут, это просто инфекция сейчас обязательно скажется.
вопрос? Виктор, сколько я могу задать? Я не буду очень. Ну все, что дает насчет самоподобия? Покажи, пожалуйста.
по количеству точек оценка не проводилась, смотрелась, обращалось внимание на схожесть физических характеристик тех или иных характеристик. А как мы рассматриваем, если хорошо получилось, эксперименты ставились аналогично исследованиям корейских коллег, которые определились, ставили эксперимент для многих дней. Хорошо. И вы еще не сказали про реализацию российского российского программы. Вот, блин, я первый раз не сдержался, когда другой-то сейчас должен сказать, что решение о том, на такую квалификацию 5 работ принимался. Это не решение списка. Скажу, что если мы посмотрим на эту самую
статистики науки, да, то относительно этой статьи, вот сейчас, оглядываясь назад, можно выделить следующую страну. Ее очень много читали, но на нее мало ссылок. А чего это, что это означает? В данном случае это означает, что развитие этики, которые там были изложены, не получили, потому что это оказалось очень трудно. Ну и, собственно говоря, мы тоже на это сразу идем на ночь. Это наш герой. То есть она действительно написана интересно. И там есть много красивых результатов. Вот сейчас есть насчет самоподобия этих точек. Вот такой Вячеслав Григорьевич задал на самом деле очень точный вопрос. А при чем здесь самоподобие? Вот. Вот, соответственно, значит, одно из главных фишек той статьи было то, что там значит, был предложен математически строго доказана корректность алгоритма, который использует корректность для самоподобного самоподобной расстановки этих самых путевых точек локаций. И оказалось, что именно он и дает очень хорошие результаты в смысле приближения к практике. Почему? Ну, да, потому что он практически одел так. Вот. Но выяснилась следующая вещь, собственно говоря, которая тут которую я думаю, проходила в разведении, что модель снова красивая. Но для того, чтобы она работала, нужно очень много данных. То есть нужно практически иметь реальные трассы, а из реальной трассы извлечь количество путевых точек каждой локации. И вот если это Вячеслав засунет, то он очень хорошо смотрит. Но возникает вопрос, а если у вас есть такая точка реальных применений, зачем вам модель? Если у вас есть только данные, то что, что здесь, в этой статье, в сравнении с реальными данными, как что было, и вот брали эти данные реальные трассы, и просто по ним двигались очень просто. Да, все там и происходили там функционные моделирования, то есть как это сравнение. Ну, то есть теоретическая модель хорошая, но с практической точки зрения она мало требует. Ну и вот на это, так сказать, да. И кроме того, оказалось, что это области беспроводных самоорганизующих сетей так много отличий и специфики в сравнении с той областью моделирования трафика обычного, которым мы занимались, то, что говоря, и руководители аспирантов попали примерно в одну и ту же ситуацию. Например, на одинаково избирались предприятия. Вот это привело к тому, что работа Александра Александровича во многом самостоятельна. Я, естественно, старался помогать, чем мог, но в основном, по-моему, в качестве научного ректора. Вот тут я, по-моему, все-таки был полезен. Сравнивая то, что получилось в конце, с тем, что было в начале, эти тексты. Вот так вот. А тут все было нормально. Ну, и что я хочу сказать, работа была очень большая. То есть этот самый программный комплекс, который вы изучаете, применится, вообще было очень много труда. А мы его писали на аудиете, потому что это бесплатная штука. Так что здесь Александр Александрович показал еще и свою, так сказать, профессиональную по-дипломную квалификацию, так сказать, хорошего программиста. Вот поэтому я считаю, что работа заслуживает исполнения автора соответствующей степени и призываю всех. Thank you.
специализации. Прежде всего, актуальность первой диссертационной работы. Имитационное моделирование является основным типом моделирования для оценки характеристик функционирования мобильных сетей, например, вероятности доставки пакетов. Проблема стоит в том, что записи раз перемещения людей часто недостаточно, так как для конкретных задач важны целевые характеристики взаимодействия людей или характеристики группового поведения. Для конкретной прикладной задачи необходимо иметь модель, способную воспроизводить много реализаций подобного случайного процесса. Множество реализаций случайного процесса используются для оценки конечных целевых параметров прикладных задач. С учетом сказанного, создание модели мобильности людей представляется важной проблемой, а тема диссертации, констатируется в отзыве ведущей организации, является безусловно актуальной. В частности, актуально решаемая в диссертации задача количественного описания примерной схожести периодических маршрутов. Определяется новизна полученных результатов. К важнейшим результатам диссертационной работы относится первое. Предложена математическая модель ежедневной мобильности людей, гибридная модель, которая учитывает в себе особенности модели случайных двустороннего левого и модели Слава. Модель, в отличие от других, воспроизводит ряд существенных характеристик человеческих перемещений. Маскализацию путевых точек, распределение дней перемещений между путевыми точками, схожесть ежедневных периодических маршрутов. И при этом гибридная модель не требует задания количества путевых точек каждой локации индивидуального маршрута. Вторая новизна – предложен способ использования гибридной модели для получения необходимых данных для модели Слава. Третье, предложено количественные характеристики приблизительного постоянства ежедневных маршрутов перемещения людей, коэффициент персистентности и предложен метод ее расчета по набору маршрутов. Четвертое, с помощью разработанной программы имитационного моделирования человеческой мобильности продемонстрировано, что простые протоколы маршрутизации не уступают по вероятности доставки пакета более сложным универсальным протоколом профит, а иногда превосходит его до 70%. Отмечена значимость полученных результатов для науки и практики. Значимость результатов для науки в новой модели человеческой мобильности, гибридной модели, не требующей задания количества путевых точек для локации маршрута, каждого источника информации. И способы расширения области применимости модели Слава и в предложенной мере приблизительной схожести набора периодических маршрутов. Значимость результатов для практики в виде программного комплекса программного комплекса, реализующего технологию воспроизведения многодневных перемещений людей с помощью гибридной модели. Результаты полученной диссертации могут быть использованы для моделирования беспроводных сетей архитектуры, в которых узлы переносятся людьми, для тестирования алгоритмов маршрутизации в подобных беспроводных сетях, а также при моделировании перемещения на некоторые территории, что позволяет оценивать характеристики взаимодействия людей, которые важны, впрочем, в иных прикладных задачах. Приведены рекомендации по использованию результатов диссертационной работы. Отмечено обоснованность, достоверность научных положений, хорошая апробация результатов полученной диссертационной работы. Приведены замечания. Замечания приложены в раздаточном материале. Следует ли их зачитывать? Виктор Александрович. Зачитывать. Несмотря на то, что они приведены вот... Да. Хорошо.
Сразу отмечается, что недостатки не влияют на уровень работы. Первое замечание. В работе широко используется понятие человеческой мобильности, однако отсутствует строгое определение этого термина. И сам термин человеческой мобильности не является общепринятым. Второе. Предложенная гибридная модель основана на особенностях моделей движения человека. Однако в работе проводят сравнение лишь с моделью сплава. Не приведено сравнение с моделью Леви. В третьей главе применительно к периодическим маршрутам, где вводится термин персистентности, который уже имеет определение в других научных областях, что может создать некоторое разночтение или интерпретацию. В описании предложенной модели использовано допущение, что точки, описывающие положение человека, группируются в областях в форме прямоугольника, стороны которых параллельны осям координат. В реальных данных кластеры точек существенным образом отличаются от прямоугольника. И заключение. В целом диссертация представляет собой завершенное научное исследование и является научно-квалификационной работой, совокупность результатов которых можно квалифицировать как научное достижение. Замечания носят частный характер, не затрагивают обоснованность и достоверность научных выводов, не снижают научно-практической ценности диссертационной работы, которая соответствует критериям, установленным положением о порядке присуждения ученых степеней. Содержание и основные результаты диссертации соответствуют паспорту специальности 05-13-17. Полученные в работе результаты соответствуют поставленным целям. Автореферат диссертации правильно отражает ее содержание. И делается вывод, что диссертация Царева, анализ модели мобильности, источников информации на основе априорных данных о повторяемости маршрутов по выбранной теме, по своей актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, характеру проведенных исследований и полученных результатов, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК России, кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. Отзыв на диссертацию одобрен на совместном заседании кафедры безопасности информационных систем и инфокоммуникационных систем Санкт-Петербургского государственного университета космического приборостроения, подписан заведующим кафедрой инфокоммуникационных систем доктором профессором Туриковым, заведующим кафедрой безопасности информационных систем кандидатом наук и доцентом Овчинниковым, и отзыв подтвержден ректором ГУАП Антохиным. Меня что? Хорошо, спасибо. Вот сейчас подождем, не складывайте, кончится здоровье, не подходит. Пожалуйста, Александр Александрович, у вас есть возможность ответить на замечания, вот, которые прозвучали от предыдущей организации, а также вот те, которые имеются в раздавшем материале, это те, которые вот, кандидаты. Они есть тут? Ну, просьба отвечать на те замечания, ну, на которые вы считаете необходимы, потому что те, которые вы не упомянете, будем считать, что вы с ним согласны. В общем, с моментом замечаний согласен. Могу комментировать по форме локации, например, это делалось с одной стороны для упрощения модели, с другой стороны по аналогии с корейским исследованием, которое полностью отдает для упрощения дальнейших сравнений. По остальным, в частности, теме мобильности, это
Уважаемые члены учебного совета, уважаемый Виктор Александрович, я благодарен вам за возможность выступить на этом совете и увидеть знакомые лица. Бог даст, неизвестно, когда мы встретимся еще. Мне предстоит ознакомить вас с отзывом. В нем дана положительная оценка актуальности работы, подробно проанализирована структура, дана положительная оценка обоснованности научных положений, а также значение результатов географии. Поэтому прошу разрешения не озвучивать весь отзыв целиком, а зачитать и прокомментировать замечания, а затем зачитать заключение по работе. Если есть такое разрешение, я так и буду. Замечания по работе. Их всего 8, этих замечаний. Несмотря на то, что решаемой задачей являются мультиагентными, в работе не используются совершенно средства агентного моделирования, существующие. Ну, например, такие, как AnyLogic. Теперь комментарий. Работа немного отдает, как говорится, стариной. Используются универсальные программные средства. Вместе с тем сейчас существуют заточенные на эти вопросы, на мультиагентные, специализированные программы, разработанные нашими же отечественными учеными, правда, они уехали в Штаты, это программа «Энергия». Вопрос номер, замечание номер два. Нечетко сформулирована научная новизна. Определен предмет исследования. В работе отсутствует определение объектов исследования, повседневная мобильность. Нет срока определения одного из ведущих параметров, время контакта между объектами. Ну что сказать, без нечеткого определения того, что вы хотите исследовать, трудно оценить результат. Эти результаты стали мне понятны лишь только после длительной беседы с диссертантом. Но ведь диссертанты не подошли к работе. Третье замечание. Выводы по первой главе не являются выводами. Это лишь перечисление представленных в главе положений. Но какие это выводы, если просто перечисляется сделано то-то, получено то-то? К сожалению, такая ошибка встречается очень часто у молодежи. Тут, по-моему, немножко это дело на совести научного руководителя. Я это дело так у нас, посмотри. Четвертое. При описании случайных процессов перемещения людей автор делает предположение, что люди перемещаются по территории независимо друг от друга. Однако очевидно, что многие перемещения зависят между собой. В работе везде рассматривается
процессы перемещения независимых источников информации и не учитывается их влияние и корреляционные свойства. А в то же время говорится о повторении маршрутов, и в нескольких местах даже упоминается коэффициент Херста, учитывающий самоподобие. Отсутствует оценка потери точности при допущении независимости перемещения агента источников информации. Вот это четвертое заключение, которое я зачитал. Ну, комментарии здесь. Задача в учете корреляционных свойств приведена скорее в постановочном виде. Полагаю, что учет корреляционных свойств не приведет к существенным изменениям. Но это не всегда так. Перемещение роты солдат совсем даст другой эффект, нежели перемещение их независимо друг от друга, людей независимо друг от друга. Наш опыт, наш опыт работы с трафиком показал, что учет корреляционных зависимостей у современного пакетного трафика приводит к ошибкам в 1000 раз. Это очень существенно. Так что корреляционными свойствами пренебрегать нельзя. Пятое замечание. Отсутствуют данные по верификации моделей, а также обоснование объема выборки при имитационном моделировании. Ну что, нужно же было сравнить результаты, которые были получены, с результатами, которые были бы получены при известной какой-то модели, простейшей, результаты, которые известны. И тогда можно было как-то верифицировать эту модель. Это не сделано. А что же касается объема выборов, тут вообще дело серьезное. Если мы имеем дело с потоками коррелированными, если коэффициент корреляции затухает медленно, то выборки, объем необходимой выборки для получения заданной точности растет экспоненциально. Здесь я не вполне уверен в том, что эти результаты достаточно точно. Шестое замечание. На наш взгляд, весьма слабо указаны результаты моделирования мобильности людей с вопросами маршрутизации пакетов. Результаты использовались для маршрутизации пакетов, однако маршрутизация имеет множество своих особенностей, которые не учтены в модели. На странице 65, например, под маршрутизацией, под маршрутом, понимается совокупность некоторых локаций, некоторых узлов. Какая это маршрутизация, если не указана последовательность прохождения этих узлов? Это не маршрутизация. Требует замечания. Ну, это по формулам. Источник формулы 1.10 в работе
хотя эта формула получена не аспирантом, она принадлежит не ему. Это не очень здорово. Надо указывать, откуда взялась формула. Вывод, сделанный при написании формулы 1.7.1.8, неверный. Он справедлив при определенных условиях, которые в работе не оговорены. Я уже беседовал по этому поводу с Петербанком, и я думаю, он ответит на этот вопрос. Мне уже известен ответ. Ну и восьмое, имеется небольшое, очень небольшое количество технических ошибок опечаток. Ими можно принять. Ну вот теперь не для протокола, перед тем, как я прочту заключение, я скажу, что я второй раз уже повторяю эти слова в этой аудитории. Я белой завистью завидую вашим научным руководителям, которые имеют таких толковых и симпатичных диссертантов. А теперь вот я уже зачту. В целом диссертационная работа Царева Александра Александровича, несмотря на отмеченные недостатки, является завершенным научным трудом, оформлен согласно требованиям и соответствии специальности указанных. Результаты диссертационной работы достаточно полно представлены в публикациях и апробированы. Диссертация представляет собой завершенную научно-публикационную работу. Принимая во внимание научную новизну, значимость и достоверность положения диссертации, считаю, что диссертационная работа Царева полностью удовлетворяет требованиям положения факта кандидатской диссертации, а ее автор несомненно заслуживает присуждения научной степени кандидата технических наук. Спасибо за внимание. Вполне законченное,
оно вполне соответствует специальности заявленной и является именно такой вот рабочей, долгой словом, таким вот печиком, ранним научным, вот этому проекту специальности. Ну, по отчету, по отзыву, диссертация Царева посвящена решению актуальной задачи моделирования перемещения людей, используемой в частности для моделирования работы протоколов. Результаты постановлены в сетях связи, изменяющиеся из подвижных на характеристики протоколов маршрутизации в таких сетях основополагающее влияние оказывает статистические характеристики длительности времени между контактами и ответами должных персонажей. Как отмечает автор, кроме рассматривания диссертации примерно моделирования протоколов моделей беспроводных сетей, рассматриваемые в работе модели представляют интерес при моделировании распространения инфекций, городского планирования и так далее. Постановка реальных экспериментов по перемещению людей с устройствами связи в течение достаточно долгого времени является крайне затратной работой. Крайне затратные процедуры. Это один из классов систем, которые не терпят поисковых воздействий, связанных со многими проблемами. Особое внимание в диссертации, кроме того, уделено моделированию перемещения людей на протяжении многодневных промежутков времени, при котором необходимо учитывать примерную повторяемость индивидуальных маршрутов, введена количественная характеристика примерного сходства многодневных маршрутов, как реальных, так и искусственных маршрутов. Ну, по структуре диссертации все прописано, все в классической схеме. В первой главе приведено описание основных черт человеческой мобильности, краткое описание классической модели мобильности, в частности, те, которые за основу этой модели привели, условно, смотрены меры самоподобия, параметры и так далее. А во второй главе представлены уже непосредственно результаты его. В частности, модификации модели ВИИ, гибридной модели мобильности на основе модификации модели ВИИ и использование ее совместных моделей. Сформулирована проблема применимости модели слова, которую можно преодолеть совместным использованием гибридной и слова модели. Показано, что предлагаемые гибридные модель воспроизводит воспроизацию услуги и самоподобия. В третьей главе изучается свойство примерно повторяемых перемещений людей. Для количественного описания этого свойства автором вводится коэффициент предисполнительности, а характеристика показывающих скорость контрольной машины. В четвертой главе описывается применение предлагаемой модели в одной из предметных областей, а именно моделирование мобильной в одной из сетях процедуры детей. Описан разработанный программный комплекс в качестве практики. Новизна предостоверность научных положений, предложена новая математическая модель человеческой мобильности. Предложен способ улучшения применения данной модели совместно с моделью слова. Численные характеристики, примерно скорость нашей человеческой модели, центр-стенности и метод его вычисления по набору маршрутов. И для сети архитектуры DTM продемонстрировано преимущество относительно вероятности поставки пакета некоторых простых, но учитывающих высокую
способность, результат подтверждается корректным использованием автоматического аппарата. Опять же, эксперимента, подтверждение по эксперименту. Патент диссертации опубликованы достаточное количество работ. На мой взгляд, признак относится из перечня высшей экспертной комиссии, а также есть работы, которые индексируются, и также имеется регистрация программы для его. Несмотря на положительный отзыв, в работе сформулированы 4 замечания. Первое замечание. При описании гибридной модели использовалась довольно тривиальная формула аквации. Прямоугольник со сторонами параллельной оценки ошибки. Ну, на самом деле, такая вот аппроксимация, да, ограничения, она, конечно, у нас достаточно простая. Я догадываюсь, по какой причине она имеет такую форму, догадываюсь. И, в общем-то, в этом есть некоторая логика. Возможно, что дальнейшее развитие работы, одно из направлений развития работы, это как раз вот, может быть, пойти по пути какого-то уточнения системы охраны. Второе. В работе не уделялось внимания анализу таких характеристик перемещения людей, как пауза или скорость перемещения людей, в то время как тех исследований, на которых опирается автор, эти характеристики присутствуют. Понятен упор, да, вашей работы на определенные параметры. И я тоже считаю, что во всем должна быть некая специфичность, да, для чего эти системы должны быть нужны, они лучше, чем другие, считают. Нельзя, чтобы система считала все хорошо, такого не бывает. То есть нужно, чтобы была направленность именно на это. Она у вас есть направленность. Но в данном случае, дать какое-то обоснование в работе, скажем так, не уделение такого большого внимания вот этим вопросам, не помешалось. Третье. Детально не изучены формальные условия, при которых простые протоколы маршрутизации по вероятности доставки при вас входит протокол крупные. В режиме без объединения. Четвертое замечание. При оценке параметров доступа на пол дисперсии не были приведены вылительные интервалы для получения. Ну, в целом замечания не снижают качество работы. Как заключение хочу сказать, что диссертация является законченной научно-квалификационной работой. Она выполнена на актуальную цену, содержит решение важных научных задач, научно-технических задач, посвященных разработке модели на одном из источников информации в сети, учетных уровней. Анализ содержания диссертации позволяет утверждать, что положение финансирования за счет научно обоснованного достоверным. В целом, диссертация обладает научной визной. Реферат вполне отражает содержание диссертации. И основные результаты диссертации в полной мере опубликованы в научных трудах и прошли апробацию в докладах на конференциях различных уровней. Считаю, что диссертация соответствует специальности, а сам соискатель заслуживает своими учебными степенями. Спасибо. Спасибо, Николай Геннадьевич. Александр Александрович, вы можете ответить на замечание оппонентов, что их было 12. Вот я хочу ответить. Первое замечание относительно технологии.
получили конституционное свойство перемещения, а в общем было сделано замерено, предположение физических помещений источников представлялись первое значение. Общепосовка. Ну, конечно, хотелось бы видеть какие-то защиты
иначе и третий фронт дальше тоже будет, будет не очень удобно. Понятно? А у фиксов? Да, разумеется, я голосую за, если это остальной совет по этому призыву. Александр Викторович, я вижу, добрый день, но я знакомился с этой работой на этапе введения МТС, и надо сказать, что перед МТС много было вопросов по работе, форме представления результатов и формулировки. Но хотелось бы вот здесь похвалиться и сказать, потому что он очень думчиво и аккуратно относится ко всем замечаниям, что были МТС. И сегодня работа очень плохо. Большая часть этих замечаний, она бы не возникла. Вот. Что касается самой работы, то здесь тоже мне больше всего нравится подход, который основан на применении манипуляционного моделирования для решения каких-то реальных проблемных задач. Существует хорошая модель, она возьмет условия на негативность. Мы нашли выход, да, мы придумали, каким образом можно улучшить характеристики, вот, выборки, которые нам представлены. И после этого уже использовать то, что хорошо работает, она уже проверена. Поэтому я буду стараться работать на том, что все будет хорошо. Спасибо.
05-13-13, Царю Александру Александровичу. Прошу подготовку. Прошу пустить. Кто за то, чтобы утвердить